Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня и проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами поговорим о новинках каталога 16. Их было очень много. Итак, мы с вами уже посмотрели все наши новейшие новинки, все наши парфюмы, палеты, посуду. Очень красивые тени у нас с вами были, блески, подводки. А сейчас мы с вами переходим в раздел «Уход за кожей». И у нас с вами две таких вот наишикарнейших мицеллярных воды. Вот. Это очень прекрасно, что у нас с вами появились Axology мицеллярные воды, потому что очень хочется уже расширения, да? Мицеллярных вод у нас с вами, ну, реально маловато. У нас с вами есть обычная мицеллярная вода для всех типов кожи и мицеллярная вода для жирной и комбинированной кожи. Объемы это большие, с собой их особо не возьмешь, эти объемы. Есть у нас и маленькие мицеллярные водички, которые удобно брать с собой. Активный компонент тут идет корень солодки, который снимает воспаление, раздражение и регулирует выработку сибума. Также в составе идет пантенол, который предотвращает потерю влаги и успокаивает, регенерирует кожу. Также они обе обеспечивают деликатное очищение, улучшают усвоение кислорода кожей, подготавливают ее к последующим этапам процедуры. Я думаю, что это тоже очень-очень важно. Да, все мы с вами знаем, вот это вот двухфазное средство для снятия макияжа с глаз, а даже водостойкой косметики с артикулом 3684 вообще мой must have. И все, кто ко мне приезжают на съемку воронки и так далее, конечно же, потом становятся постоянными покупателями этого средства. Просто все с него кайфуют. Я очень рада, что оно у нас такое очень крутое есть. Но вот еще появились две новинки. Да? Одна для всех типов кожи 3670, а другая для жирной и комбинированной кожи 3672. Возьмем ватные диски и, конечно же, посмотрим с вами мицеллярную воду обычную. Жиденькая. Очень такой классный аромат свежести. Очень приятный, вкусный, классный аромат свежести. И это просто очень круто. Мне понравилось. Прям такая водица шикарная. Так, ну что ж, давайте попробуем, как она стирает макияжик с глаз. У меня сейчас блески с прошлого обзора. Водостойкая подводка. Сверху тени, ресницы и все такое прочее. Ну, давайте будем пробовать. Практически все с первого раза на ватном диске осталось. Тушь довольно-таки стойкая, поэтому смывается хорошо, но долго. Просто великолепно. С подводкой справилась. Реснички, конечно, надо порастворять еще. Ресничек еще много. Блестки тоже собирают хорошо. Ну, слушайте. Великолепно. Очень быстро все убирает. И все остается на дисках. Ну и, конечно, хочется сделать контрольный для всех типов кожи. Не мажет. Вот видите, мой тон. Сразу же видно, да, что Аня сделала контуринг. Угу. Ну, слушайте, великолепно. Я прям уже чувствую чистоту. Но не забывайте, да, что мицеллярная вода, она всегда смывается. Да уж, посмотрите, насколько стал меньше мой ненакрашенный глаз. И еще вот столько всего у нас убралось. Дальше давайте попробуем для жирной кожи. Ну, мне просто интересно. Ну, это понятно, я потом уберу. Самое-то же главное у нас с вами макияж. Так. Где мы? Да, поэтому хочется испытать макияж на практике. Слушайте, а если у меня кожа не жирная? Мне кажется, будет века пересушивать, да? Так. У меня очень, видите, крупные блески от Glam Kitty. Вот наши новинки, да, детские. Блески прям мега крупные. Угу. Ну, слушайте, прям быстро убирает.
Да, очистила все, даже мое покраснение. Вот я за собой замечаю, куда-нибудь съезжу, поем, что попало, а потом понимаю, что надо чиститься. Начинают прыщики. Организм уже не хочет столько пакости, сколько хочет рот. Ну, слушайте, тоже хорошо. Великолепно. И давайте тут попробуем. Хотя бы вот так, да? Ну, смотрите, прям целая дорожка с первого раза снимает великолепно. Ну, конечно, мне с моим слоем макияжа нужно очень много ватных дисков. О! Да, очень много нужно ватных дисков. Где же их столько наберешь, да? Поэтому я, конечно, очень люблю диски. Очень люблю, конечно же, умываться, получается, вот таким образом. Но, если честно, лучше бы, конечно, умываться водой. Но очищение, я смотрю, прям на высшем уровне. Нет никаких проблем. И не забываем, что мицеллярная вода, она требует смывания. Так, способ применения. Нанесите небольшое количество средства на ватный диск. Нежно очистите кожу лица, глаз и губ. При необходимости смойте остатки средства водой. Ну, как бы я считаю, что нужно обязательно смывать мицеллярную воду. А вот это вам не тоник. Да, это вам не тоник. И, конечно, все тут остатки, можно сказать, перемешались со всем прочим. Поэтому я считаю, что нужно обязательно смываться, чтобы вот таких проблем не было. Ну что, работает на ура, великолепно. Килограмм ватных дисков израсходован. Ну, я думаю, что очень даже хорошо. Ну, прям оба средства шикарные, мне прям понравилось. Ну что ж, идем с вами дальше. И тут у нас с вами прекрасные масочки. Просто наишикарнейшие, клевые, крутые и очень-очень веселые. Я помню, что я такие как-то в Таиланде покупала. От Faberlic я, кстати, тогда тоже брала, но все равно забыла их с собой взять. Поэтому, конечно, была такая история у нас не очень-то приятная. Мы подгорели, сгорели, и мы купили в форме тигра. Это было вообще прикольно. На основе алоэ в форме тигра. Тут маски, конечно, бомбовые. Тонизирующая и увлажняющая маска. Линейка Айсеул. В составе у нас идет гиалуроновая кислота. А нет. Тут у нас идет биотин, который глубоко увлажняет, защищает клетки от дегидратации, да, то есть от обезбоживания. И аргинин, который улучшает микроциркуляцию и обладает антиоксидантным действием. Мы масочку наносим, снимаем маску и не смываем. Вот это очень здорово, прям очень здорово, не смываем маску. Она наполняет кожу влагой, делает ее мягкой, упругой, нежной, устраняет сухость, стянутость. И биотин, алантеин, аргинин глубоко питают и тонизируют кожу, возвращают ей сияние. Ну что ж, давайте будем смотреть, что это за красота. Ой, посмотрите, какая милота. Я не могу, это очень мило. Мега мило. И носик, и все на месте. Так, ну что, давайте будем пробовать. Одевается она легко. И вот я сейчас буду снимать. Такая грубенькая, очень плотная маска. Прямо пропитана очень сильно. Я прям чувствую. Ну, холодок, это понятно. Угу. Мордочка такая. Масочка довольно-таки большая. Девочки, ну, можно челленджи снимать. Ой. Милые квадроберы, они бы этой маске обрадовались. Ой, не могу. Конечно, да, прикольно. Пока все выпрямишь, смотришь. Ну, мне она то ли велика, то ли мала. Не понимаю. Вот так, наверное, да? Угу. Конечно, питания очень много. Прямо чувствуется уже, что питание пошло такое. Ничего бы себе. 100% тут очень много еще осталось. Ну, как вам киска вместо Ани Кононовой? Так, тут еще килограмм влажности. Я очень часто
это все оставляю на декольте, на коже на своей, ну, потому что прикольно, да, согласитесь. Вот такая красота. Так, что у нас тут с мерами предосторожности? А их у нас и нету. То есть подходит для всех. Ну, на упаковочке вроде бы не вижу. Так, срок годности, состав. Ну, как бы все хорошо. Артикул 120-19, вот такой милой киски. Ну, и пандочка, наверное, еще милее будет. Еще лучше. Да, но пандочка у нас идет как тонизирующая маска. Так, что же у нас тут указано? Артикул 120-18. Не знаю, что круче, киска или пандочка. Она помогает быстро избавиться от следов усталости после долгого рабочего дня или при недостатке сна. Угу. Абсолютно другое действие у нас с вами, да, получается. Ну, вот смотрите, долго болтаю. Вот недаром говорят, что с масочкой лучше полежать, а не болтать. Триголоза, гиалуроновая кислота и экстракт листьев алоэ делают кожу более упругой, уменьшают отечность, разглаживают мелкие морщинки и придают лицу отдохнувший вид. Нанесите маску с забавным рисунком на лицо и ощутите, как кожу окутывает приятная прохлада, а ваше настроение поднимается. В общем, такая красота. Я решила, что такую красоту тоже нужно показать. Она еще круче смотрится, чем кошатка. Как-то поровнее на мне сидит. Такая классная пандочка. Ой, ну вообще супер. Класс. Что лучше, это или это? Пишите в комментариях. Не, ну это реально забавно. Вообще классно. В общем, я сегодня буду вообще и кожу влагой наполнила, и без следов усталости. Супер, просто супер. Ну ладно, классно, посмеялись, идем дальше. У нас с вами появляется гель для укладки. Придает волосам деликатное голографическое сияние, лак для волос с блесками. Фиксация действительно надежная, действительно без склеивания. Ну, насколько это вообще может делать лак. И я могу вам сказать, что блески ого-го какие. Особенно на черных волосах очень круто и классно смотрится. Прям великолепно. Лак у нас с вами идет с артикулом 27-30. Так, 27-30. Вот он такой маленький на самом деле. У него идет всего 75 миллилитров. Не то, что мы с вами привыкли к большим лакам. И он действительно дает огромное количество блесток. Давайте с вами попробуем на резиночке. Посмотрите просто на это. Это еще все дело высохнет, да, то есть была обычная резинка, стала вот такая. То, что показывают в каталоге, ну, в принципе, практически оно и есть. Блестки очень сильно разноцветные, да, и очень сильно такие прикольные. Специально прям черную резиночку принесла, чтобы вам было видно. Обычным лаком вы делаете укладку, а этим просто сбрызгиваете для блесток. Если вы с ним будете укладку делать, да еще завиваться, ой, я даже без понятия, что и будет. Потому что очень сильно блестит, прям мега сильно. Такая вот красота. Дальше, о чем бы мне вам хотелось рассказать, это гель. Гель, конечно, я еще пока не тестировала, но просто расскажу и подскажу. Вот он такой консистенции. Давайте лучше на руку капнем. Да, вот такая у него консистенция. Запах очень вкусный, какой-то нежности. Если лак, у него аромат как лака, то у геля очень такая нежная, классная. Да, то есть вот он таким образом. Ну и если честно, гелями я вообще практически никогда не пользовалась в своей жизни. Поэтому, честно, даже не знаю, для чего он нужен. Но моя племяшка Юляшка сразу сказала: тетя Аня, дайте мне гель нужен. Я говорю, да легко. Вот, значит, он обеспечивает сильную фиксацию, незаменим для создания мокрой укладки. Вот я, скорее всего, позже уже попробую сделать с ним укладочку. Артикул 103-09. Да, плохой немножко обзор на новинку, но, к сожалению, пока я не знаю, как это дело опробовать, но постараюсь сделать что-нибудь. У меня как раз волосы вьются, и мокрую укладку, может быть, я и смогу им сделать. Попробую. Далее, очень даже необычная новинка. Пена для бритья, женская. Идет 200 мл, так же как мужская. Она обеспечивает ультрагладкое скольжение лезвия и защищает от микропорезов. Экстракт алоэ вера успокаивает и увлажняет кожу. Артикул 35-41. Ну что, будем пробовать, конечно же. Давайте. Вот такая вот густущая пена.
Да, даже не выпадет. Очень интересно, конечно, запах. Ну, запах, как у всей линеечки Делайн, очень даже хорошенький такой. Свежая такая цветочная легкость какая-то. Ну, все, будем, конечно же, пользоваться, потому что что-то геля для бритья у нас маловато. Поэтому, конечно, хорошо, что появилась пена для бритья. Дальше у нас с вами идет очень много детской линеечки. И кое-что мы с вами уже посмотрели. Например, вот эти тени в предыдущих обзорах очень классные. А сейчас мы с вами начнем с парфюма для детей. Это детская ароматическая вода для тела, для девочек. Для тела и волос, кстати. Она мгновенно освежает кожу. 100 мл. Идет с такими вот блесточками, как вы видите, да, в составчике. Как даже вам показать, да? Вот видите, такие блесточки тут классные идут. Поэтому я думаю, что очень даже ничего такая водица. Вот. Аромат у нее такой, прям, знаете, клубничное варенье, я бы сказала. Давайте попробуем, сколько сильно будет блестеть кожа. Ну, я тут, конечно, 3 раза пшикнула, да, так нечестно. Сейчас подождем, пока высохнет, и посмотрим эффект, будут ли отображаться блестки. Запах очень, еще раз повторюсь, такой приятный, детский, очень хорошенький. С удовольствием отдам Викусе. Пусть ходит или на себя брызгает, дойдет до нее, не дойдет. Тут формула без спирта, аромат сладкой малинки, а мне показалось клубничка, слушайте. А, это я, наверное, маску делала, да, и не признала малинку. Мерцающие блестки и для деток от 3 лет. Ну, конечно, 3-летним деткам нужно следить, чтобы они себе в глаза не набрызгали. Малыши наши карандаши. Далее, вот такая красота. Это набор бальзамов для губ звездочки. Давайте же смотреть его. Такая вот упаковочка прикольная. Артикул 59.00. И тут прям целый набор бальзамов. Так, ну что ж. Первый бальзам такой вот прозрачный. Он сильно мега нежный. Как вы видите, прям мега-мега нежный. Давайте его попробуем. Я не знаю, чем его доставать. Наверное, какой-то кисточкой. Вот. То есть он обычный прозрачный, с очень редкими блесками. Вот пытаюсь зацепить пальчиком, у меня чуть-чуть да получилось. Нужна какая-то кисточка малышу. Вот такой вот бальзамчик. Весьма такой тверденький. И второй бальзамчик, вот такая красота. Всех 2 в упаковочке идет. Он такой же прикольный. Ну, я так понимаю, проще вот так подковырнуть и вот так вам его показать. То есть он идет с такой легкой-легкой розовой подсветочкой. Слегка-слегка. Такой вот красавчик. Ну, что могу сказать? Запах тоже малинковый, как у меня дочка в детстве любила говорить. Ну, прикольные такие бальзамчики, клевые, классные, интересные. И подарить такое прикольно любой девочке, на любой там день рождения, 8 марта и так далее. Да, набрать целый набор. И я считаю, что это реально весело, реально классно. Так, открываю следующую красоту. И это такая вот корона на девчонке, да. Вот видите, если сделать помпончик сверху, вставить корону, то получится очень красиво. Коронка такая яркая, не маленькая и очень, на мой взгляд, симпатичная. Как вы думаете? Я считаю, что прям мега вау. Ну, очень красиво. Переливается. Вот такая вот красоточка. Можно просто на бок ее носить, но она, скорее всего, на распущенных волосах не удержится. Это понятно, да, ее надо как-то еще чем-то закреплять. А вот на такой прическе очень даже ничего. Или в косичку вставить тоже будет неплохой такой вариант. В общем, очень красивая штучка. Называется гребень для волос принцесса. Длина гребня 4 сантиметра. Высота короны 2,5 сантиметра. И ширина короны 3,5 сантиметра. То есть такая вот красоточка. Угу, мне прям нравится. Что-то оригинальное для детей, это всегда здорово и классно. Далее у нас с вами идут шикарные контейнеры. Ни один не доложили, к сожалению, да, такое бывает. Первый 1740, второй 2220, третий 350, четвертый 550, третий 100. Вот знаете, наши контейнеры это безопасный пищевой пластик на 100%. Что очень важно понимать, подходит для использования в морозильной камере и микроволновой печи. То есть когда вы греете в пластиковом контейнере, в микроволновой печи, он безопасен. Понимаете, да? Это очень круто. И можно мыть в посудомоечной машине. Что еще для меня оказалось превеликим плюсом, прямо огромнейшим, они прозрачные, мы видим, что в них лежит. Это очень удобно, это мега удобно. Я прям рекомендую их попробовать. Их можно использовать для хранения и заморозки, и транспортировки, потому что они идут герметичные, и в том числе жидкостей.
понимаете, да, а материал полипропилен и силикон. Все они идут абсолютно одинаковые. Один такой квадратненький, я бы сказала, малыш. Самый маленький получается. Размер 11 на 11 на 6, 910, 571. А остальные все идут прямоугольные. Вот чем мне нравятся прямоугольные, ребята, тем, что они мало места занимают. Потому что круглые, они неудобны тем, что пока вы друг на друга составили, туда-сюда, там уголочек, тут уголочек остался. А эти все-таки более вместительные, более такие прям удобные. Ну, давайте один распакуем, хотя, в принципе, да, без разницы, какой мы с вами будем распаковывать. Вот такая вот красота. Мы с вами распаковали 910 574, объем 1740 мл, размер 22 на 15 на 8. Вот такая вот прозрачная красотища. Тут есть все значки, что очень даже шикарно. Открывается он таким вот образом с четырех сторон. Мы с вами видим прорезиненную вот эту вот крышечку. Для чего? Для того, чтобы ничего не вытекало. В принципе, я вообще очень рада. Вот я самый большой с удовольствием, который 2200, я так понимаю, мне самый большой не достался, да, который 2200 мл, могу использовать под что угодно. Например, под аптечку, все будет видно. Ну, очень удобно. Я считаю, что это очень классные контейнеры, потому что степень их прозрачности впечатляет. Согласны? И снизу, и сверху, и везде. Все видно. Очень хорошие контейнеры. Я прям обалдела от того, что в них можно все. Это круто. В общем, тут прикол. Сижу, делаю заказ по VIP-новинкам. Ну и, конечно, это уже за 2 недели до начала продаж. Всем VIP-консультантам с уровня VIP-9 все VIP-новинки, пожалуйста, получите, распишитесь. Смотрю прикол. Набор лимитированной серии «Волшебные моменты». Вот и угадай, чем он пахнет, этот волшебный момент. То есть, смотрите, он идет как цветочный аромат, гурманскими нотами ванили и сладким послевкусием карамели. Как это понимать? Я вообще не поняла, как это понимать. Поэтому сейчас я вместе с вами буду его слушать, этот аромат. Конечно же, я возьму спрей. Жалко, что он лимитированный, а вдруг он нам понравится. Кстати, блески, 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 ребята. Ну вот, смотрите. От спрея, от детского спрея, да, чуть-чуть, где-то немножечко блесточки проскакивают. Вот я что забыла. Думаю, ведь вот забуду. Так, ну что ж, сейчас будем вместе с вами этот аромат понимать. Ой, что-то легкое, свежее, воздушное. Пока карамель не чувствую, если честно. Нет, что-то очень свежее и приятное. Пока что мне очень нравится. Это у нас увлажнитель 30-337. Очень приятный аромат. Не знаю, карамели я пока не чувствую. Может быть, она и есть. Вот, может быть, потом еще послушаю отдельно. Не знаю, не подскажу. Ну и, конечно, мыло для кухни, устраняющее запахи с этим же самым ароматом. Аромат для меня легкий и приятный, кажется, цветочный. Ваниль и карамель. Он должен быть сладким. А я чувствую какую-то такую сладкую, но свежесть. Свежесть больше всего. Сластинки немного, вообще абсолютно немного. 30-207. Вот очень жаль, если оно понравится, но оно лимитированное, оно исчезнет. Так, гель ультраконцентрат для мытья посуды. Чистота с ароматом праздника, поняли, да, это к Новому году. Лимитированная коллекция. С артикулом 370 идет гель ультраконцентрат для мытья посуды. 2 в 1 волшебные моменты. Давайте посмотрим на его консистенцию. Ну, гель как гель, обычный. Замечательно. Ну, аромат такой клевый, прикольный, я бы сказала. Мне все нравится. И ультракондиционер для белья. То есть в этой линеечке нету порошочка, ничего нету. Да? То есть вот такой вот кондиционер для белья, как обычно. Жидкий, но концентрированный. И вот тут я какой-то аромат даже немножечко яблочный. Да? Не забываем, что у нас очень классная крышка, которая не дает замараться ничему. Это очень удобно. С артикулом 308-57. Ну, в общем-то, линеечка впечатлила. И это не как вот тут описано, да, вот карамель, ваниль, а действительно очень приятный цветочный аромат. Причем я бы его назвала таким нежненьким. Да, то есть он нежненький, он не грубый такой, не бьющий в нос аромат. Ну и последнее, что тут есть в этой линейке, это такой вот ароматизатор для белья, тоже называется «Волшебные моменты». Можно его вешать прямо в шкаф. Открываете, достаете, и вот такая красота. Будете ощущать аромат. Ну, тоже, да, очень приятно. Вот, мне нравится.
Мне, вот моему носу прям зашло. Да, я рада. Я очень люблю, когда мне нравится аромат, что мне не приходится в обзоре говорить, ну, не мое, ну, это не мое. Я бы хотела, чтобы все было хорошо. Так, следующий обзор у нас с вами будет и нижнее белье, и различная одежда для ног, как мы смеялись сегодня. Я сижу, сняла первый, второй, и думаю, господи, надо же еще это снять. Антон говорит, что это? Я говорю, ну это-то. Он такой, да что? Я говорю, да одежду-то для ног. И вот он сегодня пошел спать и говорит мне, иди снимай одежду для ног. В общем, мы посмеялись. Да, еще у нас с вами будут носочки, еще у нас с вами будут всяких капюшоны и так далее. Будем с вами смотреть различные шапки-ушанки. Конечно, все это посмотрим. И вот эту коллекцию. Мне кажется, она будет очень клевая. Я хочу в ней даже пофоткаться, если вдруг мой размер получится. Надпись, конечно, интересная. Это не игрушки. Почему такая надпись, не знаю. Но вся эта коллекция идет для помощи и поддержки Центра спасения медвежат-сирот. И это очень приятно, что сильный помогает слабым. Да, эти малыши даже не знают, что им Фаберлик помогает. Вы представляете? А спасено уже более 300 медвежат из 20 регионов нашей страны. Те, кто остался без мамы. Это тоже очень приятно, потому что у нас есть Центр Друг из приюта. У нас есть эко-акция, сбор пластика. Это шикарно, да, то есть компания Фаберлик сама произвела, сама же забрала пластик, сама же переплавила и новое что-то выпустила. Это очень приятно, поэтому обзор еще будет такой длиннющий, большущий. Мы с вами посмотрим последние две новинки, которые я еще тоже не пробовала, поэтому сказать пока не могу ничего, но скажу, что у нас появился новый интенсивный осветлитель, обогащенный биотином. Это эффективное осветление до 8 тонов. Это особо жесткая процедура осветления, честно вам говорю. Таким осветлением осветляют обычно девчонки, кто хочет очень-очень светленьким быть. Глубокий уход с биотином, маслом омлы, деликатное равномерное воздействие. Вот такая вот красота, да, быстродействующая формула. Тут составчик, перчаточки, все это перемешали и осветляетесь. В составе идет осветляющая пудра, флакон с проявляющим молочком, крем-краска после осветления и пара перчаток. То есть такая вот красота. Это, конечно, надо пробовать. Я сначала посоветуюсь со своим мастером для волос, а то у меня очень много поездок, и я бы не хотела, например, стать рыжей, да, сами помните мой тон. Вы его в этом ролике видели, я не хочу стать ни рыжей никакой, поэтому я с ней посоветуюсь для начала. Дальше. Самое последнее у нас произошло обновление нашего прям must-have общефаберликовского. Я пришла в Фаберлик, этот набор уже был, и он до сих пор есть. И, как вы видите, он перевыпущен на другой цвет. Это набор для ухода за кожей лица. Артикул 910-555. Все-таки человек любит, когда все легко и просто. Он идет на батарейках. Ну, сейчас, слава богу, батарейки можно заряжать. У меня их пока нету. Но он работает очень просто. Сейчас я вам расскажу. Тут есть одна единственная кнопочка с двумя переключателями. Один будет выключить, другой режим и еще один режим. То есть быстро и медленно. Где-то у нас идет шлифовка кожи. Он очень быстро крутится, и вы шлифуете свое личико. Потом, значит, у нас с вами есть такая очень жесткая умывалочка. Девчонки умудряются втереть даже крем. Такая вот прям грубая, силиконовая. Кстати, силикон это хорошо. В ней не копятся никакие бактерии. Да, тоже включайте. Она начинает очень быстро крутиться. Очищает там, допустим, молочко очищающее или пенку. Дальше, значит, вот такая нежная для умывания штучка. Щеточка, да. То есть тоже нежненькая. Она мягонькая. Ну, конечно, мягче, чем зубная щетка. В разы, да. Ну, чтобы вы понимали. Тоже она будет очень сильно крутиться. И вы можете очень хорошо очистить лицо свое. А вот эта штукенция, как мы смеемся, это шарики, которые крутятся. Я помню, пока она у меня не сломалась, ее же потом не было долго в наличии, пока она у меня не сломалась, а сломала я ее очень смешно, я ее уронила, стала поднимать, пнула еще. В общем, и у меня немножечко корпус треснул. Не помню, где, в каком месте. А, нет, у меня вот эта крышка отлетела. Батарейки все время выпадывали. Я думаю, да нафиг, не буду больше пользоваться тогда, выкину уже. Значит, вещь себя изжила. Она у меня вылетела и больше не вставлялась, сломалась. Вот, я вспомнила. Я крем любила очень этой штукой наносить. И чем она мне нравилась, я и нанесла. И у людей было много вопросов. Вот эти вот шарики, да, они же тоже крутятся. И там внутрь попадает крем. Но это ничего страшного нет. Знаете почему? Потому что я крем нанесла, хлордексидин
специально на ватку капнула, так вот подержала, обезвредила все на свете, и все. Зато такой массаж класс. И мне очень приятно, когда меня спрашивают: Аня, вот тебе 41 год, скажи, пожалуйста, что ты колола? И когда я говорю, что я ничего не колола, люди удивляются. А зачем мне что-то колоть при такой хорошей косметике? Да, конечно, кожа гладкая, но опять-таки контур все равно плывет, да, вот этот птоз, мышцы опускаются. Но я как-то особо из этого не переживаю. Нормально свой возраст принимаю, и у меня все хорошо. Вот, но это прям супер штучка. Ну и, конечно, к этому ко всему набору в придачу идет сменная щеточка к набору для ухода. У нее артикул 910-556. Вот когда то закончится, мы с превеликим удовольствием заменим. Ну или разлохматится, или просто со временем. Все равно нужно менять такие штучки. Мне очень нравится. Ну что ж, мои дорогие, это был, не помню какой по счету, обзор новинок. Ну дай бог новинок так будет много, каждый каталог. Это очень здорово и классно. Я очень рада такой куче новинок. Это просто шикарно и симпатично, на мой взгляд. Ну и в следующем обзоре я померяю все шапки и так далее. Посмотрите, как они на мне будут смотреться. Я уже даже вижу некоторые, которые мне не подойдут. Но что поделать. Конечно, из всех новинок, мне, конечно, больше всего понравилась и порадовала линейка «Зима». Я ее очень ждала, линейку «Зиму». И, конечно же, вот эта вот палета теней. Мне она очень нравится, поэтому я прям в двух обзорах ее даже снимала. Не выдержала моя душа, я ее схватила на второй обзор и немножечко поправила макияж. Ну, очень, конечно, красиво, феерично, клево, классно, здорово. И действительно можно создать абсолютно любой макияж. Вот прям абсолютно любой макияж, потому что 20 оттенков, символизирующих разные драгоценные камни, это, конечно, круто. 5 цветовых гамм, призванных привлечь удачу, любовь, богатство, успех и гармонию. И тут еще 5 различных текстур. Матовые, металлик, перламутровые, сатиновые и мерцающие. То есть очень крутая палета. Мне понравилась даже больше, чем та предыдущая, лимитированная. Хотя у меня ее постоянно просят продать, мне ее уже нету, к сожалению. Вот такая красота. С вами была Кононова Аня и проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет приятно.